девочки? Нужно закончить с яйцами до завтра. Я не могу ждать до Пасхи. Где-то в лесной чаще есть место, скрытое от людских глаз. Золотое яйцо сделало выбор. Я кандидат в пасхальные кролики. Столичный кролик? Они заботятся о том, чтобы все дети получили яйца на Пасху. Там юные кролики проходят специальное обучение. Для того, чтобы стать пасхальным кроликом, нужно быть ответственным. Не вопрос. Но их враги тоже не спят. Это наш шанс. Если мы спрячем яйца, то нас все полюбят, потому что мы такие милашки. Я могу помочь. Ты же сам кролик. Я знаю, как достать яйца. Это Цып-Цып-гора. Завтра мы свистнем там яйца, а на Пасху сделаем яичницу. Пора брать дело в свои лапы. Волшебный камень. Помощь нам не помешает. Но не от лиса. Лис? На Цып-Цып-горе? Если сумеешь врага приманить, и страх свой сможешь победить. Если за сердцем своим пойдешь, то чудо-силу обретешь. Ты мне доверяешь? Всем сердцем! Возможно, лису и кролику придется объединиться, чтобы спасти Пасху. Вместе! Вместе! Так бы тебя и расцеловала! Братцы-кролики, пасхальный переполох! Еще раз попробуешь украсть мои яйца, заклюю тебя, ушастый! Понял? Кино с 21 апреля.